Ну что ж, снова всем привет, ребят. Я постарался как можно быстрее. Ну и, собственно, игроки тоже постарались. Они у нас долго не засиживались. Ну и, собственно, вот они, наши дорогие. Встречаются у нас сейчас два коллектива. Это формация против коллектива Endhouse. Посмотрим, что же ребята нам покажут. Я очень надеюсь, то, что будет дикое противостояние, месиво, просто уничтожение. Ну и в соответствии... Жесткий прессинг со стороны атаки и очень хорошая оборона в соответствии со стороны обороны. Окей. Так, ну что ж, давайте пройдемся по никнеймам наших ребят. Ну, ребята, только хотел пройтись по никнеймам ребят, они у нас пошли на перезаход. Окей, ладно, дождемся пока что ребят. Ну что ж, давайте я в чат Твича. И ваши прогнозы на эту игру. Давайте я вам дам буквально 2 минуты на то, чтобы вы сделали свои прогнозы. Так, все время пошло. Я жду от вас прогнозы. Кто угадает счет, финальный счет матча, тот и заберет свой код непосредственно. Так, формат C, 10-6, форматы Win, да? Окей, первый счет у нас есть. Идем далее. Так, ну что, ребят, какие-то вы неактивные немного. Так, еще один пришел. Формат C, 10-5, Win. Так, 10-7, форматы. 10-5 форматы, 10-8... Так, один, только один прогноз, Хэнь-Уан. Так что будет засчитан твой только 10-7. Остальные все... Не-не-не. Так, 10-7 форматы. Ну что, давайте делайте ваши ставки. Еще у вас есть буквально секунд 40. На то, чтобы сделать ваши ставки. И дальше я делаю скриншот. Так. Ставки, где не указан победитель, я не принимаю. Так, 10-5 форматы, опять же. Все, время вышло, я делаю скриншот чата и, собственно, посмотрим, кто же из вас у нас просто дикий Ванга. Так, все, скриншот у меня есть, ну что, хорошо, много ребят у нас считают, то, что закончится матч со счетом 10-5, это просто... Не знаю, ребят. Я думаю, здесь будет месиво куда более жестче. Ну и мапа у нас такая тоже с изюминкой, можно сказать. Взрыв в городе. И тут на атаке оно, в принципе, довольно-таки сладко играется. А вот на обороне не очень. Приходится оставлять двоих, ну или в крайнем случае одного на бете. И... Остальные все под альфу. Но, как правило, идет прессинг под альфу. Если там не особо удается зайти, то идут сразу же под бету. Там стяжка моментальная, СТшки на мид. Ну и, собственно, в этом нету никаких проблем. Так, ну что ж, ладно, я уже задумался тут о своем. Давайте пройдемся по никнеймам тех ребят, кто уже запрыгнул. Так, за коллектив формат С играет Твиня, Лапень, Лакосте, Рензо и Вейки. За коллектив Endhouse у нас играет Поутик, Шифтер, Систем и... Я не знаю, как его в... будет. Или просто так запрыгнул, покрасоваться. Ладно, окей. Го. Шифтер говорит го. Ну, го так го. Так, давайте также пройдемся еще по девайсам. Окей, Твиня у нас играет с Ауган. Лапень дроп. Ну что, лапа?
Давай, покажи, на что ты способен. Лакоста. Аук. Рензо. Аук. Вейк. Аук. Поутик. Аук. Шифтер. ОА-93. Систем. Аук. В. Аук. И Никита Свит. Аук. Ну что ж, неплохо, неплохо. Ребята у нас из коллектива Энхаус проказничают и хотят отыграться с одними аугами. Ну что, этот девайс довольно-таки неплохой, но вот противостояние ОА-93, я очень сильно сомневаюсь, что он может составить. Но еще также смотря в каких руках, в каких руках. Ну что ж, поехали, дорогие друзья, мапа у нас взрыв в городе, встречаются два коллектива, Формация и Энхаус. Кто кого, кто где и почему, посмотрим, будем надеяться, то, что здесь не будет игры в одни ворота, будет дикое месиво. Куда же у нас упадет вектор атаки сразу же? Ну, ребята, у нас бегом-бегом под альфу, есть уже нашивки в тэшке. Также Твиня и Вейк уходят на боковую, там перестрелка с шифтером предстоит. Откид ХАЕ все-таки под бетон у нас уже производится, Никита Свит чекает винты, откид ХАЕ все-таки на Плейнтон... осуществляет. Окей, ребят, я немного зависаю. Обещаю исправиться. Ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас C5 также пошли в дело. Очень и очень невкусная штука, но она довольно-таки эффективная. Систем у нас в БК или двойка, кому как удобней. Ну что ж, посмотрим, как ребята здесь отыграют. Лакоста видит своего оппонента, Поутик под бета. Есть перестрелка. Шифтер неплохо с дуалами принимает двоих своих оппонентов. Лапа хорошо, как всегда, крутит свой дробовик. Ну и, собственно, находится под альфой. 68 хп у этого парня. И можно еще забрать парочку своих оппонентов. Так, что у нас тут делает Поутик? Поутик уходит на мид. Скорее всего, будет заходить через винты, хелповать своим тиммейтам. Здесь Лапень понимает то, что где-то тут рядом оппонент. А Никита Свит, вот они буквально стоят за ящиками. Ой-ой-ой, Никита Свит, неплохой минус по Лапеню. И остается только Рензу. Перестрелка, ой, какая банка. Но, к сожалению, в ответку залетает от Никиты Свит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, неплохо, ребята отыграли. Первый раунд уходит в копилку коллектива Энхаус. Есть неплохие минуса, молодцы ребята. Посмотрим, что они у нас произведут далее. Вдвоем уходят под мидл, будут работать на винты. Здесь Никита Свит, есть перестрелка, хорошо. Золами Рензо принимает своего оппонента. Вейк работает у нас по боковой, неплохо. Ребята уже начинают отвлекать свое внимание на винты, но там Систем моментально вырубает Лакоста и Рензо. Так, здесь Вейк уже под бетоном. Есть перестрелка, ой-ой-ой, Твинни отлетает от своего оппонента. Есть перестрелка также на двойке, Шифтер опять же заходит. Неплохо. Вейк, я даже не мог предположить то, что сейчас такая баночка зайдет в дыму. Ёжик в тумане. Вейк, 4 хп у этого парня. Ну что ж, давай по головам, родной, не давай дефьюзить. Но он понимает то, что это уже просто нереально. Поутик штрафуется таки своего оппонента. Второй раунд у нас уходит в копилку коллектива Энхаус. Молодцы, ребята. Но посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, должны сейчас форматы взять хотя бы один раунд в свою копилку вот прямо сейчас. А там уже посмотрим, сколько они смогут отыграть на первой части матча. Окей, Рензо и Лакоста опять же находятся под винтами. Там у нас Никита Свит, ОА-93 готовится принимать своих оппонентов. А все были с аугами, вот так вот. Ну что, Рензо все-таки перестреливает своего оппонента. Неплохая банка от Винни на мосту по Поутику, хорошо. Перестрелка также на миду, здесь у нас СВ пытается что-либо сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Неплохая перестрелка, забрал только Рензо. Твиньо и Лакоста разбирают своих оппонентов. Систем, бедолага, остается один против троих своих оппонентов. 100 хп у Система, в руках Аука 3 черный. И трое его оппонентов. Аука 3 черный, Аука 3 черный и Аука 3 черный. Ну что ж, через перемычку уже заходят под катушки. Заход на бетон, ну и здесь на широкой... Да, узкая сейчас будет перестрелка. Хорошо, есть минус от Система. Пола Косте заход в дом, понимая то, что здесь будут его штрафовать. Ой-ой-ой, на ХАЕ Твини вылетает. Ну что ж, этот раунд уходит в копилку коллектива Формация. Молодцы, ребята начинают потихоньку просыпаться, принимать своих оппонентов. Ну и в соответствии будем надеяться, то, что месиво здесь будет у нас очень и очень серьезное.
Так, вектор атаки у нас уходит, опять же, такой сомнительный под Альфу. Пока что ребята, мне кажется, будут фейковать, и потом моментальная стяжка под Бету. Но посмотрим, посмотрим, здесь у нас Твиня пойдет на боковую. Никита Свит пытается принимать своих оппонентов на винтах, и там Рензо и Лакоста. Ну что ж, посмотрим, посмотрим, сможет ли вырубить. 77 хп у этого парня остается, надо, надо срочно перестреливать. Так, хорошо, есть минус по Вейко. Рензо. О, 93 на миду. Неплохо маячит, но сейчас надо заходить на широкую. Лапа. Неплохо, неплохо крутит. Ой-ой-ой, какой прием. К сожалению, я это все дело пропустил. Рензо, банка по полтику. Заход все-таки под Бету осуществляется. Никита Свит на перемычке. Есть моментальная стяжка под Бету. Нашивка, банка от Никиты по Рензо. Лапень остается один. Ну что ж, покажи свое владение этим замечательным дробовиком. Ну давай, минус. Хорошо, молодец. Вырубает система из этого раунда. Установка плейнта сейчас будет производиться. В принципе, остается рыдовый. Господи, я не знаю, как с его никнеймом справиться. И Никита Свит, 77 хп. В принципе, для дробовика все эти хитпоинты совершенно просто незначительные. Минус по одному из оппонентов. Никита Свит остается 1 на 1 против Лапиня. 77 хп все равно остается у этого парня. Но против Лапы лучше не шутить. Этот парняга владеет своим девайсом в совершенстве. Да, пытается надавить своего оппонента. Ой-ой-ой, хорош, просто хорош. Второй раунд уходит в копилку коллектива Фармация. Замечательно. Так, ну что, небольшой камбэк от ребят уже был произведен. Ребята свели отрыв своих оппонентов к минимуму. И сейчас работают уже непосредственно на мосту. Есть опенфраг от Винни. Полтик также ловит банку от своего оппонента Рензо. Неплохо отпал. Никита Свит спускается потихоньку под мид. Будет заходить, скорее всего, в спину своих своим оппонентам, если услышит. Но здесь Рензо тоже довольно-таки неплохо прошел на шифтах со своим тиммейтом. Ну и также работал. У нас есть под Альфой. Систем бедолага 25 хп. Пытается отрабатывать БК, но не тут-то было. Лапень его моментально принимает. Рензо минус по Никита Свит. Ой-ой-ой, шифтер. Неплохие минуса, неплохие. Ну что сказать, это А93. Неплохой девайс. И остается вырубить теперь еще троих своих оппонентов. Двоих забрал, а вот Лапень оказался ему не по зубам. И это уже идет преимущество коллектива Фармация. Ребята отдали два раунда подряд, а сейчас начинают потихоньку камбэчить третий раунд в их копилке. И пока что они не намерены отдавать ни одного раунда. Лапень у нас уходит все-таки в Т-шку, будет потихоньку да помаленьку фейковать заход под Альфу. Рензо уже находится на широкой, давайте переключимся на этого парня. Собственно, он прошел, но шифтер его моментально штрафует. Систем пытается под бетоном принимать своих оппонентов. Так, что у нас тут? Лакосте не решился пройти все-таки за своим тиммейтом далее. И есть небольшая у нас перетяжка все-таки с мида в Т-шку. Вейк тем временем минус по шифтеру. Полтик, нет, не решается поджимать, просто работает на мосту. Но и тем не менее, ребята уже стянулись у нас потихоньку-то помаленьку под Альфу. Здесь Твиня и Лапень на боковой. Откид ХАЕ производится на плен. Систем тем временем вырубает Лакоста из этого раунда. Есть перестрелка, 2 хп остается у бедолаги Твини. Но что теперь поделаешь, Вейк работает в Т-шке. Пытается перестреливать уже потихоньку-то помаленьку своих оппонентов. Но надо, надо выходить более грубо, да, хорошо, есть выход. Лапень дает минус по своему оппоненту. Систем 44 хп, пытается принимать своего оппонента на бетоне. Хорошо, Лапень вылетает из этого раунда. Твиня, рыдовый бедолага. Ой-ой-ой, еще и Вейк выпадает. Это очень-очень невкусно сейчас будет Твини. Ну что, Твини успел забрать Система, а вот Никита Свит уже оказался ему не по зубам. Ну, в принципе, 2 хп. Что там можно сделать еще с этими 2 хп? Я совершенно не представляю. Окей, поехали далее. Так, вектор атаки у нас сейчас будет производиться под Бету. Я так понимаю, Вейк пытается перестрелять своего оппонента Полтик, но не тут-то было. Встреча с Полтиком для Вейка оказывается очень и очень плачевной. Полтик потерял свое основное количество хп, осталось 44. Есть перестрелка, Никита Свит попытался поджать спину, но Лакоста его заштрафовал за эту грубую ошибку, можно так сказать. Шифтер пытается принимать своих оппонентов с мидла, понимая то, что будет заход под дом. Лапень в Т-шке.
потихоньку да помаленьку пытается выцелить своих оппонентов, а там Систем за своим любимым ящиком сидит. Я не знаю, он вообще никак не меняет позиции, почему его до сих пор не прочекали и постоянно туда не бьют при заходе в альфу. Окей, Твиня на миду, чекает винты, Рензо уже тем временем в бете. Ой-ой-ой, неплохая перестрелка с шифтером, даже дуалы ему не помогли. И... Ждет своих тиммейтов. Лапень остается на прикрытии спины. Систем тем временем выключает из этого раунда Лакоста. Рензо редовый. Лапень и Твиня фулл. Поутик тоже ред. Систем, в принципе, еще играбельно. 71 хп. И в фулловый. Рензо вырубает шифтера из... Поутика, прошу прощения, почему-то я шифтера запомнил. Систем 71 хп. Тик-тик. Систем. Ага, плент установлен. Ну что, есть перестяжка у нас уже на перемычку. Плент установлен. У Твини неплохая позиция. И у Ренза сейчас будет перекрестный огонь, если будет заход все-таки в дом. Дефьюз. Ой-ой-ой, Лапень, бегом. Ой-ой-ой. Это эпик фейл. Как так-то? Ну зачем даже я слышал то, что там идет дефьюз. У меня вообще тут все по минимуму накручено. Но тем не менее, Лапень все-таки выбрал хуповать своим тиммейтам, нежели идти на дефьюз. Ну что ж, четвертый раунд в коллективе. В копилке коллектива Энхаус. Ну, посмотрим, что у нас будет далее. Все-таки ребята опять бросают вектор атаки под бету. Вэк тем временем уже проходит мост, готовится ко встрече со своими оппонентами. Там шифтер Поутик, и ребята оставили альфу. Сейчас просто, если будет моментальная перетяжка, то можно задавить альфа. Окей, Никита Свит встречает своих оппонентов на винтах. Так, Вейк в доме, пытается принять. Нет, не тут-то было. Систем вырубает лапу из этого раунда. Это уже совершенно не есть камильфо для ребят. Поутик минус по Твини. Рензо наказывает Поутика за его дерзость. Заход все-таки на широкую у нас имеется, но понимает Рензо то, что будет поджим еще с мидла. Может быть, по крайней мере. Шифтер забирает Лакоста, Рензо и Вейк остаются вдвоем против четверых своих оппонентов. Шифтер, Систем, Свит и В. Ну, парняга у нас рыдовый уже остается. Ой-ой-ой, неплохая банка от Рензо, неплохая. Так, Вейк у нас накоцанный немного. Шифтер пытается принимать своих оппонентов с моста. Но нет, ребята у нас даже не думают тут идти. А нет, хотя подумали, а шифтер-то уже уходит. Нет, не уходит, все-таки готовится к приему. Ну что, дуалы пошли, есть минус и второй. Ну что, дорогие друзья, последний раунд. Будет ли это 5-4 или это 6-3 с неплохим отрывом у коллектива Энхаус? Так, куда у нас вектор атаки? А вектор атаки у нас под альфу. В принципе, все правильно. Ой-ой-ой, Никита Свит как же подловил своего оппонента Твиня. Лакосты заходит уже. Есть минус СУА-93 по своему оппоненту. Ой-ой-ой-ой, Вейк, как же так сфейлится? Никита Свит неплохой минус по Вейку. Лакосты тем временем минус по Систему. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень-очень потно сейчас будет Лапню. Лапень, не знаю. Лапи, короче. Я привык его назвать так, ну... Тут уже ничего не поделаешь с дробовиком, да еще и на дальней дистанции. Пытался, хилился, жил, но 6-3. Неплохо, неплохо. Энхаусы взяли преимущество в 3 раунда. Это очень и очень значимо, поскольку сейчас им всего лишь остается взять 4 раунда. Но как вот всего лишь, это я так сказал, как звучало так, как будто какая-то издевка в сторону формации, то что каких-то 4 раунда будет забрать на изи у этих ребят. Это совершенно не так, потому что на изи забрать 4 раунда у коллектива формации, ребят, вы даже не надеетесь. Ребята в обороне играют очень и очень агрессивно, но, по крайней мере, я это запомнил с последней встречи с ними. Посмотрим, изменили ли они как-то тактику свою в обороне, или они по-прежнему также моментально перетягиваются и хелпуют своим тиммейтам. Так, двое у нас ушли на перезаход. Ну что ж, пока что у нас 6-3. В принципе, игра достойная. Молодцы. Оба коллектива просто убивают, уничтожают своих оппонентов. Это дорогого стоит. Как одна, так и другая команда показывает неплохой свой скилл, неплохие минуса, и это дорогого стоит.
Так, ну что? Вейк возмущается потихонечку, помаленечку. Но что такое-то? Что поделать? Пока что 6-3, но у ребят есть еще все шансы вывести на камбэк. И, ну, либо победа, действительно, забрать 7 раундов и не отдать ни одного. Или же это все-таки... Хотя, ну, один можно отдать. Окей, ладно, я разрешаю. Или же все-таки выводить к допам. Вот если будут допы, это будет очень и очень неплохо. Будет потно. Довольно-таки потно. Хотел бы я посмотреть на игру, где они сделают допы. Но что-то мне кажется, нет. Здесь допами у нас даже и не пахнет. Ребята у нас играют прям так, ну скажем, не по допам. Очень грубо, но я также не знаю, что сейчас нам покажут формат C и что нам покажут инхаусы в атаке, поскольку форматы у нас тоже не из простого теста, они могут показать неплохие результаты сейчас на обороне. Но посмотрим, не будем загадывать. Так, кстати, я свеп вроде бы забыл. Да, все. Ребят, я свепнул, полтик выбывает. Эх, обидно, досадно, ну ладно. Так, Никита Свит у нас не выходит. Если сейчас он не выйдет, а его киланут, это будет очень плохо. Очень плохо будет. Ужасно. Свит, проснись. Проснись и пой. Да. Охо-хо. Никита Свит у нас по-прежнему остается. Он просто стоит на респе. Ну что, ребята не стали у нас пользоваться этим моментом. Ну и, собственно, сейчас дождемся. Свита, я не знаю. Нет, это был не краш. Странно, странно что-то. Немного странно. Так, ну ладно, я пока что в счет не буду вносить тот раунд. Хотя, в принципе, должен. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как ребята договорились между собой. Коллективы, в принципе, оба адекватные и проказничать так не должны. Так, ну что, давайте посмотрим, куда же у нас упадет вектор атаки от коллектива Энхаус. Пока что зависал, зависал, так все медленно говорил, сейчас понеслось. Да, окей, есть у нас активная перестрелка с Лакоста на мосту, давайте посмотрим за этим парнем. Но Лакоста уже вырубает одного из своих оппонентов, о чем я и говорил. Уже будет довольно-таки сложно брать раунды у форматов в обороне. Ребята у нас здесь играют очень агрессивно. Полтик сейчас неплохо отстрелился от своего оппонента, но 24 хп это уже далеко не играбельно, особенно против таких оппонентов. Окей, Никита Свит попытался что-либо сделать в тэшке. Довольно-таки повезло этому парню то, что по нему не попал лапа. Рензо забирает своего оппонента C5. Неплохо, неплохо. Все для фронта, все для победы, как говорится. И посмотрим, куда же у нас ребята перетягиваются. А ребята у нас на мост, там Твиня, есть перестрелка. Шифтер забирает своего оппонента Твиня. Никита Свит, 11 хп остается, выходит еще на мид. Бежал от одного противника, прибежал к другому. Не позавидуешь. Но что? Что ж, на полтик у нас редовый, но шифтер вырубает своего оппонента Рензо. Есть также перестрелка шифтера и Вейка. Но плент установлен. Полтик 20, уже не 25, даже 15 хп у этого парня остается. Минус по полтику. Ну и посмотрим, что у нас делает шифтер. В руках УА-93 очень имбовый девайс. Против него играть очень сложно. И тактика-то неплохая. Здесь, как все, 300 спартанцев. Узкий проход и численность не решает. Но, тем не менее, не удалось перестрелять лапу. 9 хп ему остается. Оставляет, прошу прощения. И этот раунд у коллектива Фармация. Ну что ж, это уже 6-4. Осталось 2 раунда в рукаве у коллектива Энхаус. Если ребята сейчас не соберутся и отдадут 2 раунда подряд, то тут уже будет просто, опять же, камбэк 6-6, и там уже посмотрим, как ребята будут действовать. Так, ну, что у нас тут?
VXUA93 пытается принимать своих оппонентов на боковое. Здесь шифтер попроказничал слепой, забрал Вейка. Поутик также банка по лакосты. Рензу пытается перестреливаться со своими оппонентами в альфе. Опять же особо не удается. Лапень, бедолага. Эх, даже его божественный перекрут здесь не помогает. Виня пытался что-то сделать, но его тоже вырубают. Так, ну что, 7-4. Идем далее. Куда падает вектор атаки в этот раз? Систем и Поутик пытается... Нет, все-таки я думал, Систем пойдет у нас на мид, но нет, не тут-то было. Поутик перестреливается со своим оппонентом на мосту. Откид ХАЕ, Лакост отбрасывает ХАЕ, сбивает Поутика с толку, но нет. Поутик у нас не растерялся, забрал своего оппонента Лакоста. Все-таки есть у нас open фраг. Никита Свит, 73 хп, стяжка на мид, откид ХАЕ, дымовая, но тем не менее. Лапень уже находится в ред, забирает как раз таки сейчас Лапня. Заход под альфу, ой-ой-ой, это что-то как-то уже крушительно начинает играть у нас коллектив Энхаус. Просто месиво, вот сейчас просто систем, неплохая банка по Вейку. Рензу пытается что-либо сделать. Оп-оп-оп! Неплохо, неплохо, Рензо. Просто красавец. Я заснял, что, собственно, я могу еще сказать. Ну что, Рензо, 84 хп. Твини врубает своего оппонента. Рензо, 84 хп в руках. У А93 есть перестрелка. Шифтер забирает своего оппонента Твиня. Рензо нужно давить. Просто нужно давить. Нет. Шифтер его штрафует. Еще Поутик был редовый. Вот если вырубить шифтера и моментально было бы переключиться на Поутика, это было бы просто шикарно сейчас для коллектива Фармаце. Но нет. 8-4, дорогие друзья. 8-4 в пользу коллектива Энхаус. Ребята у нас на атаке играют тоже довольно-таки неплохо и агрессивно. Систем 82 хп, уже перестреливается со своим оппонентом Твини на мидло. 48 хп у Твини остается. VXUA93 готовится принимать своих оппонентов. Шифтер, не знаю, почему захотелось так его назвать. Лапа и Лакосты вырубают двоих своих оппонентов. Это уже совершенно не есть камильфо для коллектива Энхаус, но ребята могут и без них показать неплохой прессинг. Поэтому коллективу Фармаце не стоит расслабляться. Просто не стоит. Вейк все пытается шифтера выловить на боковой. Здесь Никита Свит уже в тэшке. Также СУА-93 парни. Заход сразу же на двойку. Шифтер вырубает Вейка. Понимают ребята то, что это будет заход все-таки под альфу. Начинает стягивать сюда своих ребят. Ну что, Лакост стянулся. Там Поутик проказничает уже на винтах. Есть минус. Никита Свит принимает моментально двоих своих оппонентов. Поутик минус по Лакосте. Ну что ж, остается у нас Твиня. Есть перестрелка. Забирает Поутика. И Никита Свит ему в спину просто все разрикошетил. Ой-ой-ой-ой-ой. 9-4. Так, ну что? Я видел то, что было много-много прогнозов на 10-5. Подведут ли форматы ребят, или же все-таки возьмут 10-5? А сейчас, оп, таки 10-6, и все, а может и камбэк до допов. Посмотрим. Так, ну что, Поутик тем временем минусует уже Лакосты. Есть перестрелка у нас в Т-шке. Систем готовится принимать своих оппонентов с винтов. Опять же, особо не удается. Вектор атаки у нас определяется все-таки под бету. Я так понимаю, там Поутик и Систем пытаются потихоньку да помаленьку проходить. Никита Свит уже под винтами. Там Рензо. Давайте посмотрим, сейчас должна быть перестрелка. Так, нет, здесь просто Никита Свет сидит. Раз, да, заход и минус по Никита Свет. Замечательно, посмотрим, что у нас будет далее. Лапень, минус по своему оппоненту. Рензо, стяжки, так, все замерли просто в ожидании, ой-ой-ой-ой-ой, установка плента, повезло, очень дико повезло, то, что слетает каска, систем вырубает Твиню, Лапень, все стягиваются, все моментально просто бегом-бегом под бету, ху-ху, неплохо, Лапа, минус по шифтеру, систем все-таки не сдается, забирает своего оппонента, ну что ж, остается забрать еще двоих, нет, уже не остается, Лапень и Рензо вырубает своего оппонента, ну что. Что ж, 9-5. Да, неплохо. 9-5. Так, ну что, будет ли это 10-5 и действительно кто-то из вас заберет свой приз? Или же ребята у нас будут дальше камбэчить? Это будет 10-6. Посмотрим.
Так, уже есть перестрелки. Заход агрессивный под Альфу. Но тут уже встреча. Лапин Рензо. Просто целый фраг парад. Неплохие минуса. Поутик и Никита Свит у нас выпадает просто из этого раунда. Ну что? Ой, Никита Свит и Поутик. Ну, Поутик-то уже выпал. А вот Никита Свит еще живой. Есть перестрелка. Лакосте и Твиня не смогли сдержать агрессию этого парня. 10-5. Вау! Ну что ж, довольно-таки неплохо, неплохо ребята отыграли. Ну что, давайте приступим, я так понимаю, к самому ожидаемому моменту. Все, что вы ждете, это ваши КД. Так, где тут мой скрин? Вот он мой проказник. И 10-5, там вроде было у нас много. Да, 10-5 было много, довольно-таки. Так. Хорошо. Так, мне в ЛС отписывался парняга, который... У нас сидит, я так понял, забаненный на общем чате Твича. HKHKRK. Отпишись мне в ЛС ВКонтакте. Я жду тебя. Самым первым написал то, что это будет 10-5. Ребята, неплохо, неплохо у нас отыграли. Так. Ну что ж, код... Код. Всем вам сейчас будет высвечен на экран. Текс. Давайте я вам какой-нибудь тут... Сейчас просто рандомно пальцем куда-нибудь ткну. И вот давайте сюда. Все. Сейчас я выдам вам ваш любимый код. Вашу вкусняшку. Так. Раз, два, три... Код у вас есть, даю вам на это дело, я вам даю, ну давайте, 30 секунд, время пошло. Списываем код, бегом. Так. Раз, два, три, четыре. 15 секунд у вас остается в запасе, чтобы списать код. И. Все. Код я убираю с ваших экранов. Так, парняга мне уже весь ЛС оборвал. Не переживай, я знаю то, что мне нужно добавить тебя ВКонтакте. В общем, код разыгран. Второй код выигран. Все действительно честно. И, ребята, я вам обещаю то, что у нас будет разыграно еще 4 кода. Еще 2 игры, на каждую игру по 2 кода. У каждого из вас еще есть шанс выиграть этот код. Вы просто обязаны затащить, разорвать и уничтожить. Ну а пока что мы снова с вами выходим на небольшую музыкальную паузу. Скоро следующие ребята у нас должны начинать битву. И я обязательно к вам вернусь. Не скучаем, дорогие друзья. Сегодня для вас работаю я, Максим Чейф. До скорого.